Кафе «Альказар» до сих пор существует в Арле, на площади Ламартин, в доме 2. В его залах, за его столиками, вокруг его бильярда, Винсент имел возможность сопоставить себя с его завсегдатаями, грубыми и неотесанными местными жителями, одновременно дружелюбными и недоверчивыми. Среди них госпожа Жену, почтальон Рулен, пожалуй, единственный настоящий друг, появившийся у него в Арле, и его жена. Но, как он пишет Тео по поводу данной работы, кафе – это место, где можно погибнуть, сойти с ума, совершить преступление. Я попытался выразить темную силу подобного заведения. Еще в одном из писем Ван Гог сообщает, что осуществил задуманное, проработав кафе 3 ночи подряд и досыпая днем. Ночные сцены завораживают Винсента своими цветовыми возможностями. В картине превалирует чувство отчаяния и одиночества. На часах уже за полночь. Кто-то из клиентов спит, разморенный последним бокалом вина. В глубине парочка еще пытается поддерживать разговор. В центре, словно позируя, хозяин заведения. А на переднем плане, за одним из столиков, вне нашего поля зрения, расположился сам Ван Гог и изображает то, что видит перед собой.